Житель Высокогорского района захлебнулся в выгребной яме. Трагедия произошла в деревне Альдермыш. По предварительным данным, 61-летний мужчина, страдавший эпилепсией, занимался чисткой выгребной ямы, изготовленной из вкопанных в землю автопокрышек. В какой-то момент он упал и застрял на глубине 3 метра. Самостоятельно выбраться из ловушки мужчина не смог. Жена поспешила мужу на помощь, однако к этому моменту он был уже мертв. Она попыталась достать его тело вместе с соседями, но в результате им пришлось вызывать сотрудников экстренных служб. В настоящее время тело направлено на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.